В настоящее время проверка только началась. Исполнение требований пожарной безопасности и законодательства в сфере санэпидемиологического благополучия населения. Что в настоящее время? Предварительно можно сказать, что эвакуационные выходы заблокированы. В частности, мы можем с вами вот увидеть, что на одном из эвакуационных выходов стоит решетки, что недопустимо по пожарной безопасности. Кроме того, один из эвакуационных выходов на втором этаже, где отдел кожгалантерии, вообще отсутствуют какие-либо оповещательные знаки о том, где находится данный эвакуационный выход, и более того, он вообще заблокирован. Также со второго на первый этаж торгового центра мы видим, что заблокирован также пути выхода. Там стоит вообще дерево, что также недопустимо, что в случае экстренной эвакуации людей возможно создание паники и невозможности беспрепятственно покинуть данное помещение. Ну, все в настоящее время, пока только вот проверка буквально идет несколько минут. Поэтому более ничего объяснить не могу в настоящее время. В результате проверки будут приняты меры как раз реагирования в случае появления нарушений.